первый номер, он капитан команды, сегодня у нас два голкипера с капитаном. Назначить эту игру, чтобы не самый сантипёк играть. Здесь подача в штрафную. Получается сейчас в центр барабанов. И удар по воротам. Это первый удар. Отметим. А вот здесь передача Трифонов. Не совсем уж сложно было мяч Трифонову принять. Только Уфа берет мяч уже непосредственной близости от штрафной. Ошибается здесь Ефремов. Прострел. Лукин в игре. Все тоже следят, это очевидно. Трифону надо повернуться к арбитру, да. По всей средней линии перемещается Зальков. Мяч, ну это дальний удар. Ну так. Барабанов. Играет в центр. Там Лапин. И удар по воротам. Вот это первый. Подхватил там мяч Галихин. А, нет, Заботкин, прошу прощения. И нарушение. Да, подача. И здесь Харисов мяч выбивает за Зальков. Лапин, подача. Ух ты! Из пустых ворот сейчас Капитонов. Подача. Не зажглась там свечка. И никто сейчас не помешал пробить Барабанову, кажется. Майоров. Удар по воротам. И гол! Эмиль Майоров. Вот так был незаметен практически несколько минут, да? Ну а потом при... Садекову очень мало Уфимцев позволяют. Здесь не пенальти ли? Мяч вообще штрафную и не доходит мяч здесь. Хальгова, кажется. Да, Игорь Хальгов там открывался. Ну, здесь открылся еще раз. И не заботки. Мяч перехватывает Царьков. Царьков в передаче. И здесь ничего. Жауров. Пас в центр. Полисовщиков. Пытается, возможно, найти Майорова тут штрафной. Удар по воротам, и Майоров оформляет дубль. Мы говорили о том, что разыграть стандарт не подачно получается. Садеков. А второй темп. И... Нет, мяч вышел. Дубля Эмиля Майорова. Гости ведут. Садеков подбрасывает мяч на Трифонова. Трифонов имеет свободное пространство впереди. Там еще и Грузев справа открывается, но решил сам пробить. Трифонов и его помощники Дмитрий Волков и Даниил Мурысев. Наш комментатор Александр Быков. Удар Ефремова. Здесь тоже, по идее, позиция Гена. Я посмотрим. В общем-то, ух ты! Тут должна быть карточка, наверное. Пошел. Вратаря. Царьков перевод налево. Трифонов набирает скорость, подача и попытка пробить. Ну, там мешал и Саская произошла. Медвикус будет играть, по сути, на позиции Груздева, да? Игроки Уфы пошли разминаться. И вот попытка пробить. Янковский попадает, значит, по крайней мере, вот в этой атаке, да? Галихин как раз на Медвикуса. Медвикус подача в штрафную. Будет ли удар по воротам? Вот удар, но Харрис здорово сыграл. Ух ты! Чикимов! Немножко оступился 20-й номер Уфы. Здесь Барабанов не фалил. Удар по воротам. Вот это было неплохо. Штрафной удар. Это Медвик убил. Бурденев. Передача. Трифонов 1-1. Шендриков. Браво. Ух ты. Но финцы и Грушко ничего, доиграет этот матч. Да, доиграет. Со счет